тоже такие конференции привлекают внимание не только простых жителей, но и людей более высокого ранга, которые могут повлиять на принятие решений по очень важным вопросам, связанным с отходами. Вот. И очень часто так бывает, что эти люди, ну, люди этого ранга, они просто даже не подозревают о существовании каких-то других решений. И мы приходим к ним на таких мероприятиях, знакомимся с ними, рассказываем о себе, доказываем, что мы не какие-то сумасшедшие общественники, совершенно нормальные, адекватные люди, которые хотят сотрудничать с властями, и рассказываем им о том, как мы видим решение этой проблемы, что не обязательно сжигать, что вот есть вот такие пути развития, и что это возможно, реально аргументируем, привлекаем их внимание, и очень часто у нас налаживается диалог, благодаря которому вот происходит сдвиг парадигмы. Будет затрагиваться тема отходов, и будет проводиться секция безотходная. Вот. И также очень интересует нас, в связи с тем, что мы занимаемся отходами, отходы у нас в последнее время находятся под пристальным вниманием правительства, меняется законодательство, и очень многие не владеют ситуацией, и мы сами очень часто теряемся в том, что происходит. И поэтому очень интересно было бы еще побывать на секции «Правовая».